Тверском музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной открылась выставка работ художественной студии «Старшка» под названием «Блик». Юные художники, которые только начинают делать первые шаги в мире искусства, представили для экспозиции «Я так вижу свои работы». На открытии присутствовала наша съемочная группа. На выставке представлены колоритные и необычные детские работы. Здесь можно увидеть не только привычные картины на холсте и ватмане, но и ожившие работы, исполненные благодаря современным технологиям. В экспозицию вошли мультипликационные картины, а также исполненные в бумагопластике. Отдельное место в экспозиции занимают платья из бумаги. Ученицы студии самостоятельно придумывают и изготавливают костюмы в различных техниках. Кроме того, демонстрируют их в роли моделей. Мицкевич занималась в студии «Блик» с 2 лет. Сейчас девушка – студентка 1-го курса Тверского колледжа имени Венецианова. Рассказывает, что благодаря обучению в студии решила продолжить свой творческий путь и при этом не забывает о своих педагогах и наставниках. Я выпускница студии, и мы не бросаем, помогаем, вот выступаем, участвуем, помогаем в выставках, делаем работу, участвуем в конкурсах. Это дело нашей жизни. Здесь люди нашей жизни. Мы находим друзей всей нашей жизни. И это то, что будет точно с нами всегда рядом. Выставка посвящена 25-летию образцовой художественной студии, которая появилась в Старшке в 1998 году. Главная идея студии – развитие личности через творчество. Студия работает по разным направлениям – рисунок и живопись, дизайн, театр моды, лепка и мультипликация. И на этой выставке мы представляем творчество даже самых маленьких детей от 3 лет. Они сделали прекрасные арт-объекты, они делали очень эмоционально, очень интересно, очень весело. Детки маленькие, они, конечно, могут ставить точечки, там, брызги какие-то делать, но это, знаете, как современное искусство, это те эмоции, которые они могут сейчас передать. Воспитанники студии под руководством опытных наставников создают настоящие шедевры. Большая выставка в областной столице – это значимое событие для юных художников и их педагогов. Когда мы задумывали ее показать работу этой студии у нас в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной, конечно, хотелось показать ретроспективу практически всех работ. Ведь за это время прошло очень много детей. И очень значимо получается эта выставка в год педагога и наставника. Познакомиться с работами юных художников можно до 11 марта в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной.